Мониторинг соблюдения миграционного законодательства работодателями и гражданами продолжается в нашем муниципалитете. Такие рейдовые мероприятия проводятся на постоянной основе. На одном из них побывала наша съемочная группа. Один из основных вопросов, который влияет на обеспечение правопорядка в нашем муниципалитете, это соблюдение миграционного законодательства. Нужно учитывать потребность в трудовых ресурсах. Если она есть, то вполне возможно работа у нас граждан других государств, разумеется, с оформлением всех необходимых документов. Для того, чтобы выявить нарушения, и проводятся рейдовые проверки непосредственно на месте работы мигрантов. Проверяются тепличные комплексы, СНТ. Строительные объекты по выявлению незаконных мигрантов, которые осуществляют свою трудовую деятельность в нарушении действующего законодательства. В настоящее время на территории района иностранных граждане не осуществляют в полном объеме трудовую деятельность, ввиду того, что имеются ограничения по федеральному закону. Вот. На сезонную работу в настоящее время не привлекаются. Также, если у вас имеется какая-то определенная информация по незаконной миграции, либо лицах, которые прибыли на территорию района из-за рубежа, можете обращаться по телефону 425-84. Нелегальная миграция – это не только серьезный фактор ухудшения эпидемиологической ситуации, но она способствует еще и другим самым разнообразным правонарушениям. В ходе рядовых мероприятий на территории оптового рынка были выявлены два гражданина, прибывшие с Республики Азербайджана. При проверке документов сотрудниками полиции у данных граждан не было при себе определенных документов и были доставлены в отдел по миграционным вопросам для дальнейшего установления личности и обстоятельств нахождения на территории рынка и осуществления своей трудовой деятельности. Только благодаря тесному взаимодействию всех заинтересованных служб и содействию населения удастся поставить надежный заслон незаконной миграции в муниципалитете. Андрей Вишневский, Игорь Иванчуков.